Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим вкусную баранину с овощами. Для этого нам понадобятся овощи, помидоры, болгарский перец, зеленый и красный лук и баранина. В конце добавим пиво и соль. Друзья, мясо и овощи готовы. Сейчас сюда заливаем пиво. Воды не нужно, только одну бутылочку пива. Наша вкусная баранина с овощами готова. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.